Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами увидим 8 финальных поединков чемпионата по смешанному боевому единоборству ММА в 8 различных весовых категориях. Уважительно к сопернику, уважительно к зрителям, чтобы всегда люди понимали,
Я приветствую вас снова. Приглашается микрофон заместитель главы муниципального образования города Владикавказа Антон Петров. Добрый день, уважаемые спортсмены, судьи, организаторы, жители. Я буду кратко, хочу просто пожелать спортсменам спортивной удачи, победил сильнейший. Нам всем приятного просмотра, получения огромного удовольствия от этих настоящих боев, которые пойдут на нашей земле. Спасибо. Спасибо. Итак, друзья, как я уже отмечал, что данное мероприятие было бы невозможно без одного из главных организаторов, это Министерство физической культуры и спорта нашей республики. И в данный момент хочется предоставить слово, так сказать, приветственное слово для участников и болельщиков, заместителю министра физической культуры и спорта Республики Северная Осетия Алания Валерию Гульчееву. Добрый день, дорогие участники чемпионата Кубка по смешанным единоборствам, дорогие тренеры, судьи, гости, рад поприветствовать вас на нашей земле, наших гостей. И дальше, что вот это соревнование, которое мы-то в первый раз проводим, соревнование, чтобы оно не было последним на нашей земле, чтобы мы чаще проводили такие мероприятия, которые нас объединяют, которые нас сближают, которые нам дают такие моменты в жизни, нас объединяющие. Еще раз приветствую вас от имени Министерства главы республики. Желаю сильнейшим победить, показать здесь все свое мастерство. Ну, а в дальнейшем, кто проиграл больше приобретаться и успеха в дальнейшем. Спасибо. Дорогие друзья, давайте поприветствуем вице-президента Союза смешанных единоборств ММА России Бориса Бурдзеева. В первую очередь, от лица Союза смешанных единоборств России выразить огромную благодарность правительству Северной Осетии и нашей региональной федерации смешанных правовых единоборств Северной Осетии за такой турнир, за высокое качество проведения этого турнира. Это отбор финальной части чемпионата России, отбор сборной страны. Спортсменам хочется пожелать, не забывайте о том, какому высокому статусу вы стремитесь. Среди вас, я уверен, будущие сборники, будущие лица нашей страны в этом виде спорта. Хочется пожелать вам удачи, победы, честных бескомпромиссных боев. И зрителям хочется пожелать интересного зрелища, чтобы никто не ушел отсюда разочарован. Спасибо вам большое. На наше соревнование присутствует еще один вице-президент Союза смешанных единоборств ММА России. И также хотелось бы пригласить его к микрофону. Давайте поприветствуем президента Федерации смешанных боевых единоборств ММА Республики Северная Осетия Алания
Страны и достойно представляют свои республики на российских
финалисты представят Северный Кавказ на чемпионате России, на Кубке России. Мне очень хочется пожелать ярких зрелищных поединков, поднятия травм, объективного судейства. И хочу особо благодарность выразить коллективу Северной Осетии Алания, который предоставил возможность провести этот праздник спорта и для спортсменов, и для зрителей. Мы, в свою очередь, как судьи, обеспечиваем объективное и беспристрастное судейство по имени победителей. И хотим, чтобы зрители, болельщики очень достойно болели за своих спортсменов, поддерживали их. И в дальнейшем, если кто-то сегодня не станет чемпионом, сделает правильные выводы и в дальнейшем покажет все, что способен, не только на этом турнире, но и в будущем. Хочу пожелать мирного мира в Алании. Спорт объединяет, спорт не политики, поэтому независимо от того, кто сегодня станет чемпионом или кто станет занять второе место, хочется донести до каждого, что здесь проиграть нет. И этот праздник спорта сделан для нас, для зрителей, для спортсменов, для судей. И в дальнейшем мы сможем провести не только турниры в республике, но также это даст возможность проводить дальнейшее сотрудничество между Республикой Кавказ, а также другими регионами Российской Федерации. Всем большое спасибо. Хочу пожелать ярких зрелищных поединков. Зрители, спортсмены работают для вас и постарайтесь поддержать их настолько, насколько вы можете это сделать. Пожелаю спортсменам провести достойные поединки с наименьшими травмами. А судьям хочу пожелать объективного судейства. Сейчас звучит гимн перед торжественным открытием финальных поединков Северо-Кавказского футбольного молодежного юниорского турнира. Равнение на знамя. Дорогие друзья, гимн Российской Федерации.
России. Итак, дорогие друзья, в первом поединке этого вечера. В весовой категории до 56,7 килограмм участвуют два спортсмена, представляющих Республику Дагестан. Вот и первый боец, который сегодня зашел на главное место в Казани. Зашел на ринг. Давайте поприветствуем. В синем углу ринга, весовой категории до 56,7 килограмм, представитель Республики Дагестан Кали Абдулаев. В красный угол ринга приглашается Серегадул.
Итак, в данном поединке единогласным решением судей победу одержал боец красного угла ринга Сирагадулов Магомед Гаджи. И становится чемпионом нашего турнира, чемпионом чемпионата по смешному боевому единоборству Северо-Кавказского федерального округа. Ваши аплодисменты! Сначала мы награждаем бойцов, которые заняли почетные третьи места и в данной весовой категории и получают за это свои бронзовые медали, получают за это грамоты и наши с вами аплодисменты, нашу с вами благодарность. Ну что же, ну а в данный момент, дорогие друзья, перед вами золотой и серебряный призер чемпионата в самой легкой весовой категории до 56,7 килограмм. Ну что же, из рук наших уважаемых почетных гостей они получают свои награды. Ну что ж, сначала мы вручаем серебряную медаль Давиду Абдуллаеву. Ваши аплодисменты. Ну а чемпионом нашего турнира, чемпионом СКФО в данной весовой категории становится Сирагадулов Магомед Гаджи. Ну что же, кубки, медали, грамоты, но и это не все. Также двум спортсменам вручаются сертификаты от магазина спортивного питания «Чемпион». Я думаю, для настоящего спортсмена это очень актуально. Я бы хотел пригласить на ринг вице-президента Союза смешанных единоборств ММА России Бориса Бурдзиева для вручения благодарственного письма. Ну что же, это благодарственные письма от Союза смешанных единоборств России, который мы хотим вручить и подарить, выражая свою благодарность за поддержку спорта и вклад и в развитие смешанного боевого единоборства в Республике Северная Осетия Алания нашим уважаемым замечательным гостям, которых я сегодня уже не раз представлял. Это Тимур Ардабаев и Александр Пациори. Давайте наградим их аплодисментами. Итак, друзья, ну что же, много сегодня благодарностей, писем, также грамот будет отдано тем людям, кто их заслужили. И в данный момент я бы хотел пригласить одного из арбитров, одного из судей нашего турнира. Это Сергей Спорыш, а также Юрий Хугаев. Им будут вручены благодарности за судейство в чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа по смешанным боевым единоборствам ММА. Также приглашаю на ринг Владимира Бесолова. Это судьи нашего турнира. Давайте их поприветствуем, друзья. От них очень-очень много зависит. Ну а награждает их президент Федерации смешанных боевых единоборств нашей республики Александр Кобоев. Фото на память.
Ну что же, я надеюсь, что бойцы уже готовы. Регламент известен, очередность боев также хорошо известна. И мы переходим, друзья, к следующей весовой категории. Это до 61,2 килограмм. И так от боя к бою мы будем утяжеляться. Ну что же, если все готово, то мы, наверное, не будем тянуть. Я еще раз спрошу главного судьи, можем ли мы продолжать. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, будем продолжать это красивое боевое действие. В данный момент в категории до 61,2 килограмм, дорогие друзья, сойдутся два спортсмена, представляющих два различных субъекта Северокавказского федерального округа. В синий угол ринга приглашается представитель Республики Дагестан Магомед Магомедов. Ну а в красный угол ринга приглашается представитель Чеченской Республики Байсуев Батухан. Мы ждем появления бойца в красный угол ринга и будем начинать второй финальный поединок этого дня. Итак, еще раз, дорогие друзья, в данной весовой категории в финале за звание чемпиона нашего турнира сойдутся Магомед Магомедов из Республики Дагестан и Байсуев Батухан, Чеченская Республика. Давайте поприветствуем бойцов.
Thank you.
Итак, уважаемые друзья, единогласным решением судей в данном поединке победу одержал боец в синем углу ринга Магомедов Магомед и стал чемпионом СКФО. Я прошу бойцов оставаться на ринге, нас ждет церемония награждения. Я бы хотел пригласить сюда бронзовых призеров нашего чемпионата. Итак, в данной весовой категории я прошу спортсменов подняться на ринг. Бронзовыми призерами стали Мансур Хатуев, Чеченская Республика, и Азрет Беков, Республика Северная Осетия Алания. Для награждения я бы хотел пригласить на ринг вице-президента Союза смешанных единоборств ММА России Терентьева Андрея. Ну что ж, напоминаю, что не так в данный момент мы вручаем грамоты, а также бронзовые медали спортсменам, занявшим третьи места. Мансур Хатуев и Азрет Беков. Ваши аплодисменты. Итак, серебряным призером чемпионата по смешанному боевому единоборству ММА Северо-Кавказского федерального округа становится Бадухан Байсуев, Чеченская Республика. Серебряная медаль и грамота. Ну а победителем и чемпионом нашего турнира в данной весовой категории становится Магомед Магомедов, Республика Дагестан. Благодарственное письмо от Союза ММА России. Благодарность за поддержку спорта и вклад в развитие смешанного боевого единоборства в Республике Северная Осетия Алания награждается Фидарова Залина, руководитель Академии спорта. Ваши аплодисменты.
Ну, а нашим спортсменам также мы вручаем сертификаты от магазина спортивного питания «Чемпион», победителям данного поединка. Мы продолжаем поблагодарить судей нашего турнира и также хотим вручить благодарности за судейство на чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа по смешанным боевым единоборствам ММА Магомедову Магомеду, Бедоеву Таймуразу, Магомеду Султанахмедову. Ваши аплодисменты и благодарности нашим судьям, без которых этот турнир был бы невозможен. Ну, а вручает уже по традиции президент Федерации смешанных боевых единоборств Республики Северная Осетия Алания Александр Кокорин. Фотография на память. Итак, все, да, все становимся плотнее. Фото на память и будем продолжать схватки. Поединки. Итак, дорогие друзья, в финальном поединке нашего турнира весовой категории до 65,8 килограмм встречается синий угол ринга, в синем углу ринга представитель Чеченской Республики Ахмед Ганиев. В красном углу ринга представитель Республики Дагестан Бахачали Бахачалиев.
внимательны, спортсмены. Дисциплинированнее относимся к своему сопернику.
Секундант красного угла вернись в красный угол. Итак, единогласным решением судей победу в данном поединке одержал спортсмен из красного угла ринга Бахашалиев Бахашали, Республика Дагестан. Бахашали становится чемпионом нашего турнира. Ну а Ахмеда мы поздравляем с серебряной медалью. Итак, я прошу бойцов не покидать ринг. Нас ждет церемония награждения. Для проведения церемонии награждения я бы хотел пригласить сюда, на ринг, наших замечательных уважаемых гостей. Командиры 54-го центра подготовки и разведывательных подразделений, подполковника Плотникова Константина Александровича, а также известную спортсменку, профессионального бойца ММА Милану Дудиеву. Заняли почетные третьи места, получают бронзовые медали. К сожалению, оба спортсмена в данный момент уже не присутствуют здесь, во дворце спорта «Манеж», но присутствуют их тренеры. Но давайте подарим им аплодисменты, я уверен, что их грамоты и медали обязательно будут им переданы. Это Крепов Азамат и Туменов Пепе. Оба они представители Кабардино-Балкарской республики. Бронзовые призеры в данной весовой категории. Ну что же, это я был уважаемый тренер, которому мы и вручаем эти медали и грамоты. Ну что же, ну а теперь переходим, конечно, к финальному бою в данной весовой категории. Напоминаю, это 65,8 килограмм. Серебряная медаль. Почетная грамота достается представителю Чеченской Республики Ахмеду Ганиеву. Ваши аплодисменты. Ну а чемпионом нашего турнира в данной весовой категории становится Бахачали Бахачали, Республика Дагестан. Уже по традиции мы объявляем благодарности и даже вручаем специальный бланк благодарности нашим уважаемым судьям. На этот раз это
Аслан Бачаев. Тарамов Турбал Али. А также Замир Ушмагунов. Я прошу этих замечательных людей подняться на ринг. Александр Кукоев, президент Федерации ММА нашей республики, уже по традиции благодарит, вручает им награды. Вот наши замечательные судьи. Итак, дорогие друзья, мы начинаем следующий финальный поединок. В синем углу ринга представитель Чеченской Республики Асламбек Эманханов. В красном углу ринга также представитель Чеченской Республики Хамзат Эдилов. Стоп! Стойка! Стой! Thank you.
Итак, дорогие друзья, что же, в этом поединке объявляется экстра раунд. Еще один раунд, чтобы выявить победителя в данной весовой категории.
Итак, в данном поединке единогласным решением судей победу одержал боец в синем углу ринга Элимханов Асламбек. На ринг вызываются бойцы, занявшие третьи места в данной весовой категории. Это Амаров Якуб и Кабулов Тамерлан. Для награждения на ринг приглашаются почетные гости чемпионата. Заместитель начальника полиции МВД по Республике Северной Осетии Алания, полковник полиции Олег Пороев. Также мы приглашаем финалиста Олимпийских игр по тяжелой атлетике Светлану Царукаеву. Итак, за третье место в данной весовой категории награждаются Амаров Якуб, Республика Дагестан. А также Кабулов Тамерлан, Республика Северная Осетия, Алания. Итак, серебряным призером чемпионата и обладателем человеком, занявшим второе место данной весовой категории, становится представитель Чеченской Республики Эдилов Хамзат. Ну а чемпионом данного турнира первое место весовой категории 73 килограмма, также представитель Чеченской Республики Элимханов Асламбек. Ну что же, я прошу всех встать поближе друг к другу для памятного фото, фото для архива. А тем временем мы вновь благодарим наших замечательных судей за беспристрастное судейство на данном турнире. Благодарность объявляется Мурадову Мартану, Селимхану Мурадову и Фариду Нагаеву. Я прошу этих замечательных судей подняться на ринг и уже по традиции Александр Кукоев, президент Федерации смешанных боевых единоборств нашей республики, вручит им благодарность. Спасибо, спасибо. Итак, дорогие друзья, еще один финальный поединок завершился. Еще один чемпион определился. Напоминаю, что победители данного турнира, золотые призеры, в мае поедут в Ростов-на-Дону представлять на чемпионате России Северо-Кавказский федеральный округ. Итак, друзья, мы готовимся к следующему поединку. Забегая немного вперед, скажу, что в этом поединке впервые на ринге окажется представитель нашей республики, представитель Северной Осетии. И прямо сейчас нас ожидает очередная финальная схватка. Итак, дорогие друзья, в синий угол ринга приглашается Тотров Ричард, Республика Северная Осетия, Алания. В красный угол ринга приглашается Руслан Магомедов, Республика Дагестан.
Итак, в синем углу ринга представитель Республики Северная Осетия Алания Тодор Ричард. В красном углу ринга представитель Республики Дагестан Руслан Магомедов. Удушающим приемом победу в данном поединке одержал
Руслан Магомедов, Республика Дагестан. Для награждения в ринг приглашаются спортсмены, занявшие третьи места данной весовой категории. Шамиль Цукаев и Керимхан Садулаев. Оба спортсмена представляют Чеченскую Республику. Для награждения призеров данного чемпионата мы приглашаем наших почетных гостей. На ринг для награждения приглашается профессиональный боец ММА Ибрагим Тибилов. А также президент бойцовского клуба Elite Fight Team Армен Мирзаханян. Итак, мы традиционно начинаем с бронзовых призеров весовой категории до 77,1 килограмма. Грамоты и бронзовые медали готовы. Ну что же, вот этим двум спортсменам они достаются. Бронзовым призерам данной весовой категории Цакуев Шамиль и Садулаев Герихан. Это бронзовые призеры, давайте подарим им аплодисменты. Оба спортсмена представляют Чеченскую Республику. Ну и, конечно, переходим к награждению за первое и второе место в данной весовой категории. Серебряные медали и грамоты награждается представитель Республики Северная Осетия Алания Тотров Ричард. Победителем турнира и чемпионом СКФО становится Руслан Магомедов, Республика Дагестан. Ну что же, я прошу всех собраться в центре, дорогие друзья, для памятного фото и спортсменов, и тех, кто их награждал. Ну а нашей публике я предлагаю еще раз поблагодарить аплодисментами тех, кто отдает все на этом ринге сегодня, участникам этого турнира. Я бы хотел пригласить сюда президента Федерации смешанных единоборств ММА нашей республики Александра Кукоева. Для награждения следующая весовая категория – это до 84 килограмм. И прямо сейчас должен был состояться именно этот поединок. Но боец, один из бойцов вследствие травмы не сможет выступить в данном поединке. Поэтому вследствие травмы соперника победа в данном поединке присуждается Ибрагиму Магомедову, представителю Республики Дагестан. Мы вызываем спортсменов на ринг для награждения. И для серебряных медалей, и также для золотых. Я вызываю Мухтара Махмудова и Ибрагима Магомедова. Для вручения бронзовых медалей на ринг я приглашаю Хана Курбанова и Анзора Расуева. Итак, друзья, у нас будет полноценная церемония награждения, но как бы бой не состоялся вследствие травмы одного из бойцов. Для награждения на ринг приглашается Ирина Макеева, 19-кратная чемпионка мира по армспорту. Ну, Олег.
Александр Кукоев уже рядом со мной. Он также поможет нам на церемонии награждения. Итак, мы начинаем с бронзовых призеров. Еще раз напоминаем, в данной весовой категории третьи места заняли представитель Ставропольского края Хан Курбанов, а также представитель Чеченской Республики Анзор Расулов. Давайте подарим им аплодисменты, друзья. Ну а Александр Бубоев вручит им грамоты и бронзовые медали. Итак, серебряная медаль и грамоты за второе место награждается Мухтар Бахмутов, Республика Дагестан. Ну а победителем, чемпионом данного турнира, обладателем золотой медали, становится также представитель Республики Дагестан Ибрагим Магомедов. Спасибо. А мы автоматически переходим к следующей весовой категории. Это весовая категория до 93 килограмм. В синем углу ринга представитель Республики Дагестан Муслим Магомедов. В красном углу ринга представитель Чеченской Республики Ясаев Джабраил. Oh,
Давай.
Единогласным решением судей победу в данном поединке одержал Муслим Магомедов, Республика Дагестан. Для награждения бронзовыми медалями на ринг приглашаются спортсмены. Парциев Роберт, Республика Северная Осетия Алания. Литиев Ламали, Чеченская Республика. Для проведения церемонии награждения на ринг приглашаются почетные гости чемпионата. Чемпион мира по версии К1 Тимур Айляров. А также главный судья чемпионата и первенства СКФО по смешанному боевому единоборству Виктор Корнеев. Ну что же, я прошу обоих спортсменов вернуться в ринг. Мы продолжаем церемонию награждения и традиционно начинаем с бронзовых призеров, со спортсменов, которые заняли третьи места. Итак, весовой категории до 93 кг. Третье место занял Роберт Барциев, Республика Северная Осетия Алания. А также Ламали Литиев, Чеченская Республика. Поздравляю спортсменов. Ну и, конечно, переходим к награждению участников данного поединка. Серебряная медаль за второе место. На данном чемпионате награждается Джабраил Ясаев, Чеченская Республика. Ну а победителем и обладателем золотой награды становится Муслим Магомедов из Республики Дагестан. Благодарим спортсменов, благодарим участников награждения. А я напоминаю, друзья, что в программе этого дня остался еще один поединок. Заключительный финальный поединок весовой категории свыше 93 кг. И перед тем, как я приглашу сюда бойцов финального поединка, мы вновь объявляем благодарность судьям данного турнира. Итак, мы благодарим за судейство на данном чемпионате Ахмаева Ильяса, Магомеда Алиева и Сослана Шаблопова. Мы просим вас подняться сюда на ринг, наши уважаемые судьи. Мы хотим, Александр Кубоев вручит вам благодарности за ваше участие и беспристрастное судейство на данном турнире. Спасибо. Итак, дорогие друзья, заключительный бой нашего турнира. В синий угол ринга приглашается Хусейн Адамов, Чеченская Республика. В красный угол ринга приглашается
Умар Сайдулаев, Чеченская Республика. Итак, удушающим приемом в первом раунде победил боец в синем углу ринга Хусейн Агамов, Чеченская Республика. На ринг приглашаются для вручения бронзовых медалей спортсмены, занявшие третьи места в данной весовой категории. Это Эдвард Багаев и Снаур Фитагуров, оба представители Республики Северная Осетия Алания. Также мы приглашаем на ринг для проведения церемонии награждения наших почетных гостей. Вице-президента Союза ММА России Бориса Бурдзеева. А также, ну, в принципе, уже рядом находится президент Федерации смешанных боевых единоборств ММА Республики Северной Осетии Алания Александр Токоев. Итак, мы начинаем с бронзовых призеров. Бронзовые медали за почетное третье место, еще раз напомню, заняли два представителя Республики Северная Осетия Алания. Это Эдвард Багаев и Снаур Фитагуров. Ну и, конечно же,
награждаем участников финального поединка сегодняшнего дня. Второе место, серебряная медаль и почетная грамота Умару Сайдулаеву, Чеченская Республика. И первое место, золотая медаль и кубок победителя, кубок чемпиона данного турнира Хусейн Адамов, Чеченская Республика. Поздравляю! Итак, фото, дорогие, конечно же, финальное фото для архива, фото на память. Пожалуйста, внимание на нашего фотографа. Дорогие друзья, ну что же, напоминаю, что в эти дни мы с вами здесь имели уникальную возможность во дворце спорта «Манеж» в городе Владикавказе наблюдать чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству ММА Северо-Кавказского федерального округа. Ну что же, те победители, которых мы сегодня с вами видели, поедут представлять СКФО на чемпионате России. Мы хотим пригласить сюда Ахмеда Байсултанова и вручить ему благодарность за беспристрастное судейство, а также, конечно, пригласить сюда на ринг главного судью данного турнира Виктора Корнеева. Также мы имели благодарность за оказание помощи в организации проведения чемпионата и первенства Северо-Кавказского федерального округа по смешным боевым единоборствам ММА Союзу ММА России. Ну, что-то мне подсказывает, что у нас будет ответная, я так понимаю, благодарность, грамота. Ну, естественно, достанется она, я прям зачитаю. Уважаемый Александр Вячеславович, Союз ММА России выражает благодарность за поддержку спорта и вклад в развитие смешанного боевого единоборства ММА в Республике Северная Осетия Алания. Ну и, конечно, это заслуженное благодарственное письмо Попоеву Александру. Спасибо.